Искусственный интеллект стал сверхмощным помощником, который расширяет возможности человека и упрощает повседневные задачи. Об этом заявил глава OpenAI ChatGPT Питер Дэнг, выступая на сессии «Искусственный интеллект и коэволюция человечества». Мероприятие дало представление пересечения нейросетей и человеческого общества. Эксперты исследуют практические и философские последствия, а также роль человека в эпоху искусственного интеллекта. Технологии нейросетей, такие как ChatGPT, могут изменить жизнь людей и влиять на самих себя. Питер Дэнг подчеркнул важность человеческого суждения для использования всего потенциала искусственного интеллекта. Он привел пример, как нейросеть может облегчать доступ к знаниям и информации. Всего два дня назад я прочитал статью в LinkedIn под названием «Благодаря чату GPT я теперь могу наслаждаться Шекспиром». Автор поделился своим восторгом от того, что искусственный интеллект помог ему лучше понять произведения классика. В школьные годы изучение Шекспира вызывало трудности. После чтения глав автор статьи часто оставался с непониманием значительной части текста. Даже на уроках английского языка возможности задать вопросы по поводу интересующих моментов произведения были ограничены. Однако с использованием чата GPT автор может теперь слушать произведения Шекспира в голосовом формате и задавать любые интересующие его вопросы, получая на них ответы. Этот инструмент значительно упростил процесс понимания и анализа текстов Шекспира. Участникам сессии о взаимодополняющей эволюции между искусственным интеллектом и человечеством была предоставлена информация о возрастающих взаимоотношениях двух сторон. Особое внимание уделено потенциалу нейросетей в сфере расширения прав и возможностей отдельных индивидуумов, а также формирования перспективного общества. Я считаю, что для исследования пространства любой из этих идей нам потребуется время, но мы сделаем это. В нашем сознании имеются чрезвычайно активные инструменты, где мы постоянно размышляем о многом. Здесь мы имеем дело с полностью человеческим суждением, и искусственный помощник со сверхспособностями такого уровня будет действительно мощным.